Большой привет! С вами Игбеш. И у меня заказ Avon. Спустя, не знаю, несколько компаний, несколько месяцев я решила сделать. Потом буду опять пропускать. Ну, как бы нет на это времени, нет на это, ну... Да и вообще нет необходимости. Запасов, считаю, очень много. И так, я не знаю. Тем более у нас сейчас отключили воду на месяц. И получается, что гелями для душа толком я уже мыться не буду. Особо не намоешься, чтобы долго не смывать. Поэтому мне этого достаточно. Если я не ошибаюсь, потому что журнала у меня не было. Это 10-я компания 2015 года. Вот. И я заказывала, естественно, через журнал на сайте. Там смотрела. Вот. Приятнее, конечно, когда ты лежишь на посте. Лежишь, сидишь. Это все делать, но мне они не отправили в этот раз. Честно скажу, я делала заказ, чтобы просто меня не удалили с компании. Все. Давайте с вами посмотрим. Коробочка маленькая, заказ маленький. Счет фактуры. Бла-бла-бла. И вот мы что с вами видим. Вывалится, нет? Так. Новые гели для душа с новыми открывашками, я же еще не заказывала, их не видела. Это новый гель для душа, энергия океана, мята и морская свежесть, шампунь гель для душа мужской. Так, сейчас я его понюхаю. Открыть бы, он говорит, вот плохо открывается. Что-то он как-то слабо пахнет, ну вот пока в бутылке. Ну в бутылке, в принципе, все, да, слабо пахнет. Так, журнал номер 11, Сали Мали. Распродажи. Я хотела в 10-м заказать. Вот только что же был. Только что был. В общем, скраб для тела новый. С клубникой, что ли, или с малиной. Но у меня почему-то не вбивался он в заказе. Не вбивался, к сожалению. Блин. Ладно. О. Не поймешь. Я, по-моему, вот этот заказала. Так, ладно. Дальше. Kitchen Magic. Это я заказала на пробу для овощечистка, овощерезка. Интересно, очень-очень интересно. Думала заказать уже и в подарок. Может быть, в принципе, сколько она там стоила, не очень дорого. Думала, маме или свекрови. Вот, здесь резина прорезиненная, очень легкая, очень прикольно сделанная. Вот здесь, значит, вы трете-трете, и туда попадают эти кожура. И отсюда вот все это вытаскиваете. Ну, заказала, посмотрим. Мой любимый цвет зеленый, красивая. Поглядим, посмотрим. Так, набор. Гель для душа, бодрящий зеленый чай и вербена. К нему же идет лосьон, лосьоны, которые я особо не люблю, и спрей. То есть для меня это нужен мне всегда спрей и гель. Вот, а эти и так, ну вот зимой только буду пользоваться, либо вообще обычно я такое раздариваю кому-нибудь. Тоже не нюхала. Все такое зелененькое. Слабое, надо брызнуть. Сейчас мы брызнем с вами и понюхаем на ногу. И узнаем, я вам скажу. Просто пошел горький аромат. Это, наверное, зеленый чай. Фу, пока спиртом прет. Ну, знаете, он на любителя. Это однозначно на любителя. Вербена прет вербеной, да. Ой, он очень такой а-ля бергамот какой-то. Новинка, то ли это вода X-Series. Естественно, это мужу. Ну, мужу или на подарок. Мне вот к брату идти 18 июля на день рождения. Мамочки. Вот, согласитесь, вечно у них проблемы с открывашками. Так, я брызнула. Вкусный аромат. Такой сладко-тяжелый. Он потек. Ну, что значит? Где-то отсюда он потек, то ли отсюда. В общем, все, блин. Ах. Ну,
такой приятный. Миксом хрустящего грейпфрукта и прохладного можжевельника, оттеночно теплых чувственных и древесных нот. Ну да, вот такой тяжело-сладкий. Это все понятно, да, пользоваться-то он будет, но вот вопрос, что он течет, вот вся она в этом, весь пузырек. Наверное, надолго хватать не будет, дешевенький. Далее, конечно же, я не могла пройти мимо гелей для душа новых. Это сердце Индонезии. У нас здесь сочный мандарин и цветок лотоса, увлажняющий гель для душа с экстрактом мандарина. Не знаю, какие здесь экстракты, все жалуются на открывание. Я теперь тоже поняла, что открывашки здесь не айс. Красивый такой цвет. Это мой. Потом вот это мой. Магия Индии, кардамон и сандаловое дерево. С экстрактом меда и соевым молочком. Очень люблю я гели для душа новые. Побольше бы они выпускали их. Потом блаженство Андалузии. Я вообще не знаю, что такое Андалузия. Что за эта страна? Вообще нет. Гранат и миндаль с экстрактом розы. Так, моё. Далее. Я наконец-то заказала старинную серию. Это морская лагуна. С экстракты натурального происхождения. Ну, это вообще жесть. Сочная груша. Так, вот так сделать. И еще один цитрусовый заряд. Сколько терла его в журналах, мне он всегда нравился. Я точно знала, что я закажу его себе на лето. Дело в том, что у меня муж будет ими пользоваться. И я как бы не особо люблю, когда мы пахнем одинаковыми ароматами. Ну, вот эти два геля для душа по-любому будут у нас на двоих. Поэтому будем вдвоем пользоваться. Я не могу упустить такую возможность, что если этим точно нет, а вот этим. Так, далее заказала мыло скраб для ног с водорослями. Давно хотела попробовать это мыло. Выглядит оно вот так, маленькое, с какими-то крапинками. Единственное, что не знаю, буду ли я использовать как для ног. И пудру косточек абрикоса. Водоросли, пудра косточек абрикоса. Я такая, что я могу и все тело им. Но, во всяком случае, ноги все точно. Ну, так сделаем, наверное. Так, это вот так пусть будет. Далее. Тут осталось совсем чуть-чуть. Конечно, она не запечатанная. Это я на подарок своему папе заказала. Она не запечатанная. Что плохо, почему они так всегда делают? Вроде новинка, но что им мешало слюду ее закатать? Сейчас я еще побрызнула, почувствую, понюхаю. Может быть, даже папа так, особо такими молодежными он меня не любит. А он, блин, какой-то пипец. Пудрой пахнет. Сейчас я вам скажу. Акватический аромат с уникальной индивидуальностью открывается искристыми нотами бергамота, лаванды, мяты и продолжается интригующим миксом герани, цветков апельсина с чувственными базовыми нотами сандала и мха. Блин, это на любителя. Ну, придется вести, что тебе поделаешь. Мне нравится, вот если бы мой бы так пах. Блин, вкусный. Но вот папа у меня презрительный. Ну, может, не понравится. Далее. Тушь Супер Шок. Маскара. Открывать не буду. Черная. Никогда такой не пользовалась. Супер Шок. Тушь для ресниц. Девочки, я не знаю. Карандаш. Супер Шок. Оттенок, я не знаю тут какой, потому что это в подарок. А, черный блэк. Откроется. Блин. Вот так вот. У меня в Эйвоне не заказываю толком декоративку. Я же декоративку особо не люблю. В основном надеюсь, что мне кто-нибудь что-нибудь подарит. Made in Germany написано. Ну, конечно. Вот. Яро-черный. Блин, так вкусно. Вот этот пахнет. Правда, моему папе, походу, не подойдет, но что делать?
Журнал они мне положили 12. Ну, тоже его, наверное, пропускать буду. Так, себе я заказала туалетную водичку. Новая. Бергамот. Всегда идеальный аромат. Искристый микс яркого бергамота, пламенно-пленительной чайной эссенции и драгоценной древесины. Так, откроем сейчас. Вот такая малипусечка вообще. 30 миллилитров. Девочки, я брызнула, сейчас жду, пока спирт уйдет. Скажу вам. Такая сладкая, приятная. Мне понравилось. Вкусная. Хороший аромат. Это тоже классный. Но мне кажется, он для молодежи. Так, куча всякой херни. Использую свой шанс. Ваш приз. Губная помада Искры, розовый шик. Это у нас что? Что? Начиная с 13 июля. А, еще один заказ они потребуют. Ну, здрасте, это мне не подходит. Так, а здесь они хотят ваш приз компании 11. Ну, эта штучка у меня уже заканчивается, закончилась. Ну, пену можно, но эту вторую повторную я бы не очень хотела. Акция. Что это? Условия акции, условия акции. И распродажа к 11. И последнее, что мне остается, я себе заказала. Вот это мой, это Инстинкт. Наконец-то я заказала с этой серии себе что-то. Парфюм. Вот он с Люде. Сейчас я его тоже нюхать буду. Не буду ли открывать? Не знаю, открывать, не открывать. Вы знаете, он пахнет таким, как будто зеленым чаем. Такой, ну, летний такой аромат. Хотя я, если честно, себе ищу что-то кисленькое. Что-то кисленькое, потому что даже вот этот спрей, он не кислый. Это надо было что-то с цитрусом брать. Но это новинка, поэтому я заказала. Но, девочки, я могу сказать, что я бы не советовала его заказывать. Он какой-то очень странный. Какой-то очень странный. Это как будто в баню, что ли, ходить только если. Вот это тоже очень такой, тоже очень какой... На любителя. Ну, может быть, подростка мальчика можно такой. Вот этот мне понравился. Это тоже офигенный. И для молодых, и для старых мужчин. Но просто это зависит от того, вот. Вкуснятина. Такой, знаете, пудра такая. Обалденный. Я бы мужу такой тоже заказала. Жалею, что не заказала. Надо было заказать. Там же была акция. Две, и потом третья за 2 рубля. Вот такая красивая баночка. Инстинкт. Красивое название, между прочим. Дизайн очень обалденный. 50 миллилитров. Крышка почему-то ездит. Лево-вправо, лево-вправо. Так, сейчас я нюхаю его. Ой. Ну, он такой... Такой... Сладко. Сладковатый, да. Такой сладковатый. Какие же здесь ноты? Я даже и не знаю. С ноты сандалового дерева, свежей зелени, экзотической камелии. Везде они это сандаловое дерево суют. Ну, хороший аромат, можно пользоваться. Можно и подарить кому-нибудь. Вот. Ну вот, в общем, это весь был мой заказ 10-й компании. Спасибо всем за внимание. Вот. Что касается этой штучки, я, скорее всего, расскажу во влогах, покажу даже, как она работает. Как картошку чистить. Интересно, может, картошку чистить и можно. В общем, почитать надо. По-русски есть что-нибудь? На украинском вижу продавец. Так, овощечистка не подходит для мытья посудомоечной машины, не подходит для использования микроволновой печи, материал полистирол, корзиностойка, сталь, термопластичная резина, полиэтилен. Вот.
Изготовитель, естественно, Китай. На казахском написано. Всем пока-пока. И всем удачи.